Ребята, мы в очень офигенном месте. Мы сейчас находимся вот там вот у нас впереди платформа Можайская. Это сразу после Красного Села. Вот мы немножечко сюда прошли в сторону Красного Села. То есть мы сейчас между станциями. Здесь очень-очень-очень красиво. Здесь вот это такое озерцо. Особенно вот на солнышке очень классно, офигенно. Тут вот такая тропиночка вдоль пути и мостик. Так что прямо идеальное место для рейлфана. Вот. Так что сейчас ждем, когда у нас начнется трафик. Вот, поснимаем, пофотаем. Вот, я думаю, здесь будут очень-очень красивые кадры. Тем более сейчас через 30 минут еще начнет уже солнце садиться. И будет прямо вообще зашибись. Так что вот, ждем электричек. Слушай, именная идет. Коля, отойди. Зачем? Хорош тебе уже из кадра прятаться. Ничего не будет. Я не буду вырезать твой шепот. Почему не слышно было? А вот сейчас было слышно. Да ладно, что ты так слышишь, я не ебу. Ничего тебе не будет. Что ты за секунд такой? Я понимаю, если бы мы там зацепом ехали, а так мы ничего криминального не делаем. Так что, что ты слышишь? Я не ору. Я сейчас встану и развернусь за электроном. Окурочек. Ой, надо же уже так. Сейчас свисток будет. Да, надо телефон покрепче взять. Где Тифон? Ой, это 28009. Чё, наша? Да, на ней ехать. Я ж тебе сказал. Где Тифон? Я услышал только ссаный свисток. Где Тифон громкий? Тифон, не должно быть было. Написано же S, свисток. Можно и Тифоном подать. И Тифоном даже лучше, потому что ты ж к переезду приближаешься, так что лучше погромче. Я ждал, что Тифон будет, а он просто, ну, кстати, свистнул тоже хорошо, у меня аж в ухе до сих пор это. Отпечаток в ухе. Надеюсь, на видео хорошо было слышно. Thank you.
она как-то медленно проехала. Я сначала подумал, что это твое карканье сбылось, они сейчас остановятся и отпиздят за то, что мы снимаем. Потому что я задолбался тебя уже прятать. Переводчики посмотреть, как будет по-английски нахрена. Твое место, Сэд. Может, не на ней, на следующий поедем. Ну скажешь, что опоздали. Легко. Ты меня не знаешь. Я и не такое умею. Потом в Sony Vegas надо будет увеличить. На телефоне не хочу зумить, а потом в Sony Vegas лучше сделаю. Капец, руки трясутся, как у алкаша. Ран, Вася, ран. Не оставишь шанса мусорам. А, так все верно. Ну, Коль, давай сейчас поедем. Да ну. Дай дождемся 19:30. Я не хочу. Пожалуйста. Ну, красиво же.
Тут кадр красивее. Что? Юность, но это что-то крутое. Слушай, это Т4А, походу. Это Т4А, я не проиграл. Ты сказал, что юность. Я сказал, она может пойти. Сказал, вдруг. Так вдруг может, это не это самое, это не точно. Это еще круче, это... Это Д4А, может все-таки это Т? Я сказал Т. Просто ты сказал Д. Буква Т и Д, они созвучны, блин. Да ладно. Все, рот не выйдет. О, приветливый. Здорово! Ты очень палевно подбежал. Летит, чуваки! Да заткнись ты, рахитоид! У меня фокуса нет. Whoa!